Почти как колесо, да, обозрение. Ого-го. На подъемнике. Первый раз. Мы тебя усыпить хотели. Да. Галатка, да? Там такой тоже есть. Знаешь, что Маттерхорн, он имеет четыре стороны, да, и все смотрят на четыре стороны света. Завтра утром увидим, как солнышко будет его освещать утром. 7:30. Что, у нас первый перевалочный пункт, вот она, гора Маттерхорн. А сейчас Артур поедет дальше, а мы с Люсом останемся ждать его, потом поменяемся, и я поеду наверх. Люсу туда нельзя. Ну-ка, ты что такое уставший, спать хочешь? На лыжных склонах с коляской мы смотримся очень странно, если честно. Люс пробует снег. Вкусный? Вкусный снег? Альпийский? Чуть-чуть. Ну, вот она сама дорама. То есть еще выше есть, получается. А, нет, она все-таки самая высокая. Нет, вот 4600 выше. Она... Да, почти. Артур убежал подниматься выше, а мы с Лусом, Лусь заснул, гуляем. В общем, стоимость такой ячейки 2 франка на 24 часа. Это, видимо, если вы решили лыжи не тащить, а завтра хотите вернуться сюда. Здесь можно арендовать лыжи.
что мы поднялись на самую верхушку. Сейчас на лифт и выше. Стою, жду лифт на панорамную площадку. Это мотор-хоп. Холодно тут, ребята. Я здесь немножко клаустрофобия, если честно. Мне страшно. Блин. Как тут красиво. Смотрите. Какая красота. Офигеть. Мы просто идем посреди ледника. Будда.
Тут, видимо, бар. Бар. Бар, который пока что не работает. Но это очень круто. Так. Быки. Точнее, это, скорее всего, коровы те самые, которые дерутся. Я про них как-то рассказывала. В своих первых видео про Швейцарию. Блин, как же здесь круто. Смотрите, какой домок. Здесь дракон. Все это. Да. Можно посидеть, отдохнуть, понаслаждаться. Это, видимо, обитатели местных гор запечатленные. Здесь еще такой кинотеатр, про него фильм показывают. Но я не буду дожидаться фильма, потому что Бусинка уже голодный, наверное, проснулся. Нам еще нужно спуститься. Это сейчас 10 минут спускаться до них, еще 10-30 минут вниз. Что скажу? Очень круто. Единственное, после ледника, как сказала, тут ты такой пьяненький выходишь. Я вышла оттуда такая... Меня мотает. В общем, ладно, пошла спускаться. Сниму сейчас еще спуск, там очень красиво. Одна еду в кабинке. До этого ехала с работником. В итоге этот работник меня преследовал все мои путешествия на самой верхушке. И смотрите, какая красота. Вау! Слушайте, ребят, это того стоит, на самом деле, это очень круто, это... Я даже не знаю, как это писать, несмотря на то, что мы не катались, хотя Артур сказал, что надо будет как-нибудь все-таки прокатиться здесь, но у нас не такой большой опыт, знаете, чтобы с этих гор кататься, это, во-первых, во-вторых, мы с ребенком, вот, а кататься все-таки лучше, веселее, мне еще нравится, что здесь сидушки с подогревом, как круто.
Ну что, я спустилась. Сейчас найду своих мальчиков и будем спускаться дальше. Интересно, Лукас спит или нет.